Привет всем любителям вышивки. Я сегодня хочу показать, насколько продвинулся мой процесс лимоны. Это набор от Черевная Мись. Я уже показывала этот наборчик. Здесь вышивается нитками. И вот лимончики и цветочки вышиваются бисером. Как я уже говорила, ниточки здесь Мадейра. Очень хорошие ниточки. Но их настолько вот оказалось мало, но практически по счету. Вот я сейчас дошивала лимончик. И вот переживаю насчет ниточек, хватит их или нет. Прям буквально поштучно их остается. Ну ладно, надеюсь, хватит. Я, в общем-то, и не рассчитываю, чтобы они остались. Но главное, чтобы их хватило. Потому что нитки Мадейра я у нас не смогу выбрать. У нас не продают столько оттенков. Даже если и продают 50 рублей за моточек ниток, мне не хочется отдавать. Ладно, будем надеяться, что их хватит. Как я уже показывала, мне не очень нравилось, как выглядят листочки. Очень резкие переходы. Вот видите, какие переходы резкие. Хотя, может быть, у лимона действительно такие листья. Я вот не посмотрела. У нас не растут лимоны. Надо было мне почитать информацию. Может быть, они действительно такие. Вот издалека, когда я смотрю, сами лимончики очень реалистичные. А вот листочки как-то... Ну, в принципе, вот это нормально. Вот этот лист, вот здесь цвета непонятные. Я прошу прощения, что вышивку я не погладила. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, не хочется... испялить их, не хочется эту картину вытаскивать и опять в пяльцы заправлять, поскольку пяльцы у меня дешевые, вот в этом месте нежелательно часто их дергать, вот могут порваться, хотя в принципе заусенцев нету, но лишний раз мне не хочется ткань теребить туда-сюда. И вот, девочки, когда вы снимаете свои видео, хочется, конечно, чтобы картина смотрелась красиво и не была мятой, но гладить ее нельзя. Если вы вот таким вот карандашом водорастворимым размечиваете свою канву, гладить не нужно, иначе этот карандаш, он заваривается, и потом, когда вы будете стирать, будут желтые пятна. Так что придется показывать эту картину вот в таком мятом виде. Вот так мои крестики выглядят. Ну, вообще, ниточки Мадейра шьются очень хорошо. Многие говорили, что эти ниточки в узелочке завязываются. У меня не завязываются в узелочке. Хотя нарезка достаточно длинная. Наверное, метр вдвое, если сложить 50 сантиметров. Но узелочки не завязываются. Сейчас покажу свою изнанку. Я исправилась. Теперь я, как примерная девочка, стараюсь аккуратненько заправлять ниточки. Кто смотрел видео мои раньше, видели, что там было. И вот с каждым разом у меня получается все аккуратнее и аккуратнее. Ну, надеюсь, я идеала добьюсь. Хотя цель я такую перед собой не ставлю. Но на будущее вдруг я захочу вышивать какую-нибудь салфеточку или рушник, мало ли, там нужно будет делать и изнанку идеальную. Так, ну, в общем-то, после последнего моего отчета было вышит вот этот лимончик и вот этот лист. Вот эти листочки, вот этот лимон, вот этот лист. Это вот я уже вышивала в феврале. Вот мне остался один лимончик. И тогда уже я приступлю к вышивке бисером. Смотрите, что мне не нравится в этой картине. Вот здесь у нас канва идет такого не молочного даже цвета, и не кофейного, а какого-то грязно-молочного. И она неравномерно прокрашена, то есть должен создаваться эффект, что здесь тень. Вот здесь вот точечкой отмечен центр, чтобы этот рисунок распределялся у нас точно вот по рисунку канвы.
И вот это место, вот такое ощущение, что оно очень грязное, затерто руками. Вот здесь, конечно, вышивается лимон. Вот это вот самое, как бы сказать, грязное пятно закроется. Но вот здесь вот по краям, то есть это такой цвет вот канвы. Такое ощущение, что я сильно его замусолила руками. И вот когда издалека потом мы будем на эту картину смотреть, я, конечно, не знаю, как это будет смотреться, то ли как тень, то ли как грязь. Но в любом случае, пока я не закончу эту вышивку, непонятно будет, как она будет смотреться. Потому что говорить о готовой вышивке можно только, когда она уже оформлена. Иногда бывает, если вам вышивка не нравится, и потом вы ее оформляете, у нее совершенно другой вид. И бывает наоборот, когда вы вышиваете, картина очень красивая, а потом оформили, и как-то уже она не совсем эффектно смотрится. Может быть, или рамка не так подобрана, или сама картина не вписывается как-то в интерьер. Ну, бывает, в общем-то, такое. Вот я из-за этого не люблю снимать свои текущие процессы, потому что говорить о них еще очень сложно. Как я уже сказала, снимаю начало вышивки и готовую работу. Сейчас вот решила снять продвижение процессов, но в любом случае это будет у меня вот сейчас второй отчет, пока я не закончу теперь эту картину. Вряд ли я буду снимать еще отчет. Я, в общем-то, не люблю, когда одну и ту же вышивку показывают много раз. Там, когда вышито там всего несколько квадратиков, показывать еще нечего. Вот. Ну, вот такой был у меня небольшой отчет о моей картине «Лимончики». Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Рада всех видеть. С вами была Инесса. Пока-пока.